сын подойдет, короче, к этой. К твоей. Твоему подъезду. Давай не будем яйцом. Давай. Пошли, давай. Ну иди, глянь, нашел подходки. Сейчас он сказал, подойдет к тебе к дому. Бля, посмотри. Ты себя снимаешь. Ну че? Я знаю. Не, ничего не маю. Ты с трипа пойдешь ему сразу увидеть. Ну что, я нарядок не же повобляпала. Себя снимаю. Не, не мается в один до ночи. Да давай не яйцо. А может он там стоит, ну? Давай не яйцо кинем. Пошли с балкона посмотрим. Снимай, да. Да не, яйцо жестко. Да не, яйцо. Ты с ним в кабак попадешь. Я же, блин, я рядом кину. Ты будешь пирог? Нет, давай яйцо. Что? Там жирного нет вообще. Ты будешь пирог? Какой нахуй пирог? Я яйцо отдал, блядь. Ну да, это... Это, блядь, твой канал или нахуй не Женя Мухи канал? Влог начинается с веселья. Че, идем в футбол играть, короче. Кидаться яйцом. Что можно еще делать в 20 лет? Ну только яйцом кидаться. Больше я не вижу вариант. Ну, кислотой, но... А, нет, кислотой. Ты сильно холодно. Сука, не могу. Жирного нет, заебал. Ждем. Давай, ты кидаешь. Дай мне яйцо, что я не буду тебя. Ну возьми вон, блин. Давай, открывай. Только не... Какая стар... часть? Давай, вон. Ебать. Так, сложно там было, нет? Жесть, давай. Так, он стоит. Он не здесь, он там стоит. Он там, на столу, так сказать. Пошли. С моего там, где у меня там качалочка. Да, да, да. Качалочка место. Сука, это идет, блядь, реально будет. Где он? Девано, блядь. Может, он тебе пошел звонить? Сука. Жирная, блядь. Дебил нахуй. Ты точно он был? Да, он потом уже видел его, ебал. Блин, если он нам обломает, если пикал будет херово. А ну с балкона пошли, глянь, балкон лучше обзор, да? Да там лоджию ты не откроешь сейчас. Лоджия закрыта у меня. Это закрыто? А, вот там не. Ну там можешь открыть. Ну-ка. Попробуй. Вот сюда, сюда, сюда. Есть? Вон оно, блядь. Где? Внизу. Давай сюда. Давай, речь. Ну, ты там закрыл, ну? Да, там закрыл. Тихо-тихо-тихо, палец, палец. Смотрит, да? Да. Увидел? Не, стоит. Давай. Он возле машины стал, долбоёб. Да похуй, ты что, не докинешь? Да на машине яйцо шли будет. Бля. Снимай? Да. Снимай, снимай, снимай. Идем, короче, мы по намыву. Нашли типичного жителя Николаевской области. Намыва. Мужик, что там? Мужик, нормально? О! Чтоб напился? Чувак. Говно совсем? Я ж тебя видел на турниках вчера, ёпта. Чё, напился? Вот что приводит людей к алкоголю. Да, наркотики там, прочая дичь. Будете употреблять наркотики? Пить, будете там же. Попитый нахуй, у него ебло расплатил. Упал где-то. Будьте такими же, короче. Так что думайте головой, занимайтесь спортом. У меня кроссы охеренные просто, фирма. Фирменные кроссы. Вот вентиляция, короче, 80-й левел. Сегодня еще нормально вышло на улицу, слышишь? В прошлый раз были, никого не было. Никого не было в прошлый раз. Тебе холодно? Мне холодно. Погнали попробуем. Так а что, они вылетают, нет? Шел только что с тренировки, в общем. Я давно видео не выложил, кстати. Я извиняюсь, а то, блин, времени нема. Не смогу, блин, снимать, ну, не могу часто снимать видосики.
Ну, то сейчас не мог, раньше не мог, а сейчас более-менее адаптировался. А то у меня по две тренировки в день начинаются. Начались уже. Уже вторая неделя пошла. На первой неделе очень тяжело было работать. Как-то еще военка там плюс. Я не мог. Сейчас вот пришел, более-менее уже адаптировался к тренировкам. Сейчас буду пытаться выложить хотя бы раз в неделю видео, чтобы вы смотрели и так далее. Сейчас поел, чаек попью и буду со своей племянницей идти на улицу гулять. Может, Жека выйдет, если не знаю, посмотрим. Бежит, бежит. Я видел змею. Какую змею? Которую засняли меня. Давай, снимай еще. Ты убежишь, да? Ну, понятно. Иди покажи змею, какая у тебя змея, покажешь? Ну давай идем покажешь сейчас. Помаши ручкой в камеру. Поздоровайся со зрителями. Нет. Вот же малая. Давай, смотрите, кстати, на мою комнату. Это когда она, короче, приходит. Это все, как бы, все понятно. Чего в камеру разговариваешь? Так надо. Вот видали это? Это вообще. Вот это что? Что? Как это вообще назвать? Ева. Это кто убирать потом будет? Кто? Никто. Как это никто? Это я буду убирать, блин. Ну, из-за тебя. Ну, вот какая змея. Где, покажи. Вот. Угу. Вот. Тебя скоро будет умирать. Угу. Короче, вот так, вот так мы играем с ним, да? Сними. Ну, что снимать? Ну, змея обычная, ё-моё. Ну, что? Ну, змея как змея. На улице будем идти сейчас? Нет. Как нет? Обалдеть. Девушки. Ой, обалдеть. Только что говорила, что пойдем, уже нет. Ой. Ну что, нормально? Пацаны вышли в парк. Покататься на качелях. А главное, детям не даем, сами катаемся. Летит бычок, качается. Слышь, телефон не выпал. Евка. Улыбнись. Ты шо, блин? Погода охеренная. Ну давай. Шо? Да ты, блин, ничего не показываешь. О, погнал, погнал. Давай, давай. Че ты ржешь, а? Хочешь, я скину с качели? С качели скинуть? Не? Ну ладно. Давай, давай. Погнал, погнал, смотри. Ева, аккуратно, не упади. Не, классно парк сделали. Раньше не такие качели были для детей. Давай, хоть что-то начали сделать для детей нормально. Не, ну это слишком, Жень. Это слишком, слушай. Давай, давай, не они. Все, красавело. Теперь можно в первый класс идти. Скажи, или подожди сейчас. Нет. Да снимай я тебя же, ты же нихуя не перепринешь. Ты же наебёшь. Ты мне предложил это. Ну давай. Ты же сказал, что ты перепринешь, ты мастер-класс, давай. Я сейчас могу так. Да мне похуй, ты сказал, ты перепрыгнешь. Перепрыгнуть надо? Нет, тут на то колесо прыгнуть просто. Подожди, ну не скользко. Это еще ноги разведутся, я очком бахнусь. Ну ты, сука, горилла ебаная. Я не сильно еще прыгну. Да я понял. Ну так мы и развлекаемся, да? Смотри, какая елочка. Я хочу посолить. Густая елка, Ева, посмотри. Что? Густая елка какая. Посолить? Ты солишь елку? Да. Будешь есть, что ли? Ага. Детская фантазия, да? Кто ли? Дома соль. Мы уже второй день гуляем в парке. Круто, реально. Тепло. Реально, Жека там собака гуляет. А со своим питомцем, так сказать, да, Ева? Ты у нас питомец будешь. Понимаешь это? Что? Питомцем будешь? О, панда. У меня есть своя панда, короче. Что, пошли? Женька? Котик. Котик? Да не, у тебя шляпа панда, так что все. Не быть тебе котиком больше.
кем ты будешь? Ты панда у нас. Я тебя посылю. Ну понятно все. Бежи! Давай! Давай же! Отпускай! Тикай, давай! Он догоняй сюда! Давай быстро! Кого? Кого? А ну стой, я. У тебя? Иди. Кого потерять? У меня телефон выпал, подержи его. Сейчас, секунду. Лучше вот так гулять, ходить где-то, чем сидеть дома, бухать, курить, не знаю. Домой когда пойдем? Никогда. Никогда? В смысле? Когда мы пойдем на осадку, за доги. Ну сейчас будем идти потихоньку. Женя ж собаку выгулит, а я тебя. Да ладно, что не бежать. Когда мы пойдем на осадку? Да сейчас пойдем. Что-то сильно на лошадку хочешь? Идем к маме зайдем, потом на лошадку и потом да, домой. Да. Чего да-да-да-да? На лошадку. Ты, Женя, уже собаку выгуляла, тебя пока выгуляешь, это ж капец. Про такие проблемы. Давай руку. Или ладно, и сама. Да сама иди, а то всегда за руку, за руку, за руку. А что? С утра была треша, бля. Сейчас на вторую надо будет идти, ё-моё. Хорошо, хоть в среду выходной можно будет отдохнуть слегка, поснимать что-нибудь. Ну то жру, сплю и все, и ничего больше, не тренируюсь. И гуляешь с ним малявку. Ой, убегай! Убегай, то он тебя сожрет сейчас.